Астраханская область всегда славилась рыбой, солью, а летом сладкими арбузами, обилием овощей. И этот сезон, по всему видно, будет не хуже. Как и в предыдущие годы, на обочинах трассы Астрахань-Волгоград уже вовсю идет реализация овощебахчевой продукции региона и, конечно, на рынках города. Наша съемочная группа в крестьянско-фермерском хозяйстве «Братьев Шин». Их сельхозпроизводственная база находится в селе Пологое Займище. На 120 гектарах они выращивают лук, помидоры и, конечно, арбузы. Эта сладкая полосатая ягода, так еще называют эти бахчевые, расположена на 30 гектарах. Урожайность ранних сортов составила 35 тонн с гектара. Вот такие у нас арбуз астраханский, без семечки называется. Самый хороший, самый лучший арбуз. Кушайте на здоровье. Самый лучший арбуз тут, астраханский. Урожай выдался хорошим. Фермеры надеются, что, как и в прошлом сезоне, получат до 100 тонн арбузов с гектара. Однако есть проблемы. Рано пока говорить об успехах. Цыплят по осени считают. Но пока на данный момент все нормально. Справляемся. Единственная проблема то, что рабочие, иностранная рабочая сила не успела заехать из-за коронавируса. Но вышли из ситуации, работаем с местными людьми. Рабочих на поля привозят из села Капустин-Яр вместе с механизатором, их всего 15 человек. Фермеры надеются, что на помощь к ним придут жители Ахтубинска, как и в прошлые годы. Призываю местных людей осенью помочь нам приехать на уборку. Будем платить продукцией, деньгами. Помогите российскому производителю. Арбузы в этом году отлично, спрос хороший. Помогает погодные условия. В Сибири сейчас жарко, в Москве жарко. У нас очень жарко, как бы, и хороший ход бахчевым идет сейчас. Мы уже второй год выращиваем бессемянные арбузы, желтые арбузы. Желтый арбуз специально для аллергетиков, кому нельзя есть красные продукты. Работаем с Камызяцким институтом, нашим академик Соколов. Сажаем их сорта, наши российские. Получается, что у нас на данный момент есть полностью импортозамещенный арбуз. Семена выращенные в России, выращен арбузом в Астраханской области, выращен астраханцами. Так что у нас есть наш продукт. Сельхозпредприятию «Агромастер» требуются механизаторы, сборщики сельхозпродукции. Обращаться можно по телефону 8 964 888 80 11. Хорошую оплату гарантируют. Владислав Лихварь, Юлия Баховская, Ахтубинск ТВ.